Всем привет, дорогие друзья из солнечной Алании. Мы продолжаем вас знакомить с турецкими марками одежды, и сегодня я вам расскажу и покажу магазин Гизе, который находится в самом центре Алании. Гизе – это турецкая марка, которой уже более 30 лет, и наконец-то она появилась в Алании. В этом магазине представлена женская одежда от классической до спортивной в разной ценовой, в ценовом диапазоне. Где же расположен магазин Гизе? Расположен он в самом центре Алании, и найти его очень просто. Если вы находитесь в самом центре, то от центральной площади Алании, на которой расположен памятник Ататюрку и муниципалитет Алании, нужно пройти буквально 50 метров в сторону гор на вновь открывшуюся торговую улочку, на которой расположено большое количество магазинов, и в том числе магазин Гизе. В описании к этому видео смотрите контакты этого магазина и ссылку на карту. В магазине Гизе всегда есть скидки от 30 до 70%. И в этом магазине вы сможете найти вещи на любой вкус и случай жизни. От летней одежды, повседневной одежды, одежды для офиса до дизайнерских вещей ручной работы. И в этом магазине всегда есть скидки до 70%. Поэтому, дорогие друзья, здесь вы можете приобрести вещи как классического стиля, так и спортивные, молодежные, ультрамодные вещи. И сейчас я вас познакомлю с Алиной, которая работает в этом магазине. И придя в этот магазин, вы не будете испытывать никаких сложностей, потому что Алина говорит на турецком и на русском языке. Она специализируется в моде, училась в университете, в турецком университете на факультете дизайна. Поэтому приходите, выбирайте, ну и, конечно же, радуйте себя. А сейчас давайте посмотрим ассортимент этого магазина, ну и, конечно же, цены. Здравствуйте, меня зовут Алина. Добро пожаловать в наш магазин Алания Гизе. В нашем магазине представлена летняя коллекция из натуральной ткани, из натурального льна, разноцветные кимоно, яркие брюки, летние платья, классические костюмы с пиджаками, с юбками, с жилетками. Также у нас есть летний спорт, спорт-коллекция. В нашем магазине всегда есть скидки до 70%. Как раз таки на этом стенде представлены вещи с 70% скидкой. А здесь у нас идет стенд в стиле casual. Здесь у нас есть вот такой пиджачок oversize, blazer, вот с такой деталью на кармашках. И к нему идут вот такие брючки. Укороченные, на резиночке, очень удобные. В нашем магазине представлена женская одежда на разных размерах, от суперклассики до спортивного стиля. Друзья, вы просили меня показать вам магазин, где продается не только летняя одежда, сезонная одежда, но и классическая одежда, одежда больших размеров, ну и, конечно же, теплая одежда, можно сказать, зимняя или демисезонная. Вот как раз в магазине Гизе есть такая одежда. Алина, у вас здесь представлены натуральные материалы. Да. Здесь даже есть из кашемира вот такие вот красивые кофты. Это идет как костюм. Как костюм. Да, к этой кофте идут брючки. Ага, то есть это можно как и спортивное? Да, это как и спортивное можно. Ага. И... То есть в вашем магазине в основном все вещи из натуральных тканей. В основном, да. Кашемир, лен, ангора. Да? Ангора. Да, и плохо. Здесь можно найти как вот такого, например, более классического плана вещи, да? Да. Так и, например, вот такие вот спортивные. Теплые штанишки, брюки. Помимо этого, в вашем магазине очень много классической одежды разных
видов, стилей, друзья, и цен. Самое интересное у нас будет чуть дальше, то, что по скидкам сейчас, здесь скидки 70%. Да. Новинки в этом сезоне у нас брючки, которые завышенная талия. Сейчас это, ну это было и всегда, продолжается мода. Они такие и теплые. Они теплые, они удобные, как раз таки закрывают спинку. И цена на них идет сейчас очень хорошая. 166 лир. Да. Да. Как раз для осени, для зимы, да, для весны. Все можно. Также мы предлагаем маечки, потому что маечки можно носить и летом, и зимой, потому что они идут и под костюм, и вот просто по отдельности с брючками, со штанишками. Очень красивые здесь, друзья, классические костюмы. Покажу вам один, который привлек мое внимание, такой более темный. Это у нас пиджак. Все эти вещи это фирма Гизия, даже с ремешком, это сейчас ремешком. Тренд. Да-да-да. Пиджаки с ремешком, к нему идут брючки. Также да, завышенная талия и чуть-чуть клёша. И чуть-чуть клёша. Да. Очень красивый костюм. Ну и, конечно же, кто хочет что-то яркое, можно, например, подобрать вот такой вот яркий кирпичного цвета пиджак. К нему есть брючки. Как Алина сказала чуть раньше, в этом магазине всегда есть скидки. И знаете, что я себе присмотрела? Вы посмотрите, какой шикарный костюм. За сколько? За 300. Вот здесь он. 365 лир. Это брюки и пиджак. И есть разные размеры. Да, разные размеры. Поэтому можете приходить, мерить. И как вы видите, несмотря на то, что этот магазин даже не среднего, а да, выше среднего. Выше среднего ценового диапазона, вот такой вот костюм качественный, из качественной ткани, пошив у него, крой, стоит 360, всего 365 лир. Поэтому, друзья, я вам всегда говорю о том, что если вы видите с виду магазин дорогой, вам кажется, да, никогда не бойтесь заходить, потому что в таких магазинах есть всегда скидки, есть всегда новые коллекции, которые стоят чуть дороже. Конечно. И есть всегда скидки, всегда сезонные скидки, которые костюм за 365 лир, ну, мне кажется, ну, это просто это подарок очень, судьбы. Это очень да, хорошая цена. И есть, например, вот такой вот интересный пиджачок, да, и к нему есть брюки. То есть, кто любит что-то более такое модное, модное, интересное. Тренд. Да, тренд. Это вроде классика, клёш, но с пуговичками. Да. Ну и, конечно же, разные цвета, жилеты есть, есть и брюки. Кто любит что-то совсем супер классическое, вот, пожалуйста. Поэтому тот, кто спрашивал про классические костюмы, можете приходить сюда. Ассортимент, насколько я понимаю, тоже обновляется, да, постоянно. Да, да. И выбрать качественные вещи по суперценам. Помимо классики, есть, например, и хлопок. Вот эти вот вещи, это хлопок 98%. 2% ликры. Ликры, да. Кто любит вот такие вот яркие вещи, пожалуйста. Кто любит вещи с вышивкой, здесь очень много интересных моделей как раз с кристаллами Сваровски. Да, Сваровски. Кто любит более вот такие вот спокойные тона, это смотрите, 100%. Смотрите, какая красота. Ну, где вы еще увидите вот такую вот, кажется, и спортивная, да? А да, если можно надеть и с джинсами? Можно. С джинсами, пожалуйста. И с классическими брюками, как у меня. Также мы предлагаем к этому пиджаку юбку. Это уже получается костюм. Юбка тоже белая. Да. Юбка вот такая вот белая, Лен. А если взять, например, вот те вот яркие туфли, если мы сделаем акцент здесь на обувь, ну это будет смотреться просто супер. Помимо классики, много разных разной спортивной одежды, тоже такой оригинальный. Да. И ты говорила, что трикотаж. У нас трикотаж очень хороший, он очень мягкий, очень приятный. И также носится
очень-очень долго, потому что наши все клиенты говорят, то, что вот мы купили и до сих пор носим, и не цвет, ну, цвет не теряется. Линяет, цвет да. не теряет. На брючках не остаются за катышки, да, не скатываются. Да, этого ничего нету. И обратите внимание, что у каждой вещи есть какая-то особая деталь интересная. Вот здесь, например, вот такие вот цветочки интересные, тоже сеточка. Казалось бы, спортивная. Да, Гизи очень любит делать, ну как, создавать коллекцию спортивную, но также, чтобы можно было выйти вот просто погулять, но чувствовать себя красиво. Угу. Ну вот тоже спортивная, но да. нарядная. Нарядная. Да. А сейчас как раз все же любят миксовать стили. Да, если да, ты да. наденешь вот такую вот, под даже под рубашку классическую. Можно скомбинировать. Абсолютно, да. И, Алина, ты говорила, что у вас помимо скидок на классическую одежду, да. есть еще всегда отдельные стенды, да. смешанные стенды, где много разных скидок на летнюю, там, осеннюю и так далее. Платье, рубашка. Платье, держи. Брюки я вижу. Да. В общем, здесь все вперемешку, и платье, и брюки, и различные пиджаки. Пожалуйста, классическое. Это как и жилет. Да. Так и можно использовать как платье. Как платье, как да. жилет. Кто любит плиссировку, очень много вещей плиссированных. Здесь у нас яркий такой стенд, летний. Ну, тоже можно сделать, например, акцент, да, и да. надеть какую-то нейтральную, я не знаю, рубашку. Белые рубашки тоже. Казалось бы, белая рубашка, что может быть особенного, она вот такая вот интересная. И помимо самой обыкновенной классики, классических костюмов, брюк, здесь есть платье в стиле 60-х, даже с подъюбниками. Очень, очень красивые модели. 100% хлопок. Да. Чуть-чуть здесь есть... Чуть-чуть лейка, да, добавляют. 2% максимум. Ага. Очень красивые. И вот такие вот вещи, это у нас... Вискоза. Вискоза, летние... На каждый день? На каждый день. Тоже совершенно разного стиля и такие более какие-то молодежные, с интересными деталями. И брюки, пожалуйста. И сейчас, кстати, очень модно брюки. Если сверху будет блузка, да. то будет непонятно, что они на резинке, да? Да-да-да. И на самом деле вот эти вот модели, у меня все брюки таких, такого плана. Сзади резинка, спереди шнурок. И если ты надеваешь под рубашку, под пиджак, то... Можно с каблуками, также можно со спортивными. И классическо-спортивные такие, классическо-спортивные модели. И у вас очень интересные спортивные. Да, вот. Новая коллекция спортивная, ага. более яркие цвета. Кто любит неон, кто следит за модой, очень, очень интересные вещи. Что у нас здесь написано? Smile. Shine. В общем, светись и... Улыбайся. Алина, ты говорила, что у Гизи есть разные линии. Да, это получается первая линия идет Гизи сама, потом идет Гизи Casual, Kiwi, Forge. Вот это, например, какая линия? Это Гизи Casual. Магазина Гизия расположены вечерняя коллекция, большие размеры, эксклюзивные какие-то вещи, и покажу вам самое дорогое платье, которое есть в этом магазине. И первое, что мы видим, это, казалось бы, самая обыкновенная джинсовая куртка, но вот с такими вот красивыми стразами, вышивкой, да? Да. Очень популярны вот такие вот платья, много, например, плиссированных да, вещей, очень кстати, много да? в этом сезоне. Вот тоже, казалось бы, вечерняя юбка, но если ее как-то гармонично с каким-то, какой-то белой рубашкой или чем-то белой успокоить, футболкой, пожалуйста, посмотрите, как красиво. И здесь представлены дизайнерские вещи. Да. Красная модель. Алина, расскажи, кто дизайнер? Вот это как раз из Гизи. Да, из коллекции. Гизиагейт. Гизиагейт, да, но
Это не основная коллекция Гизея Гейт, но эту модель сделала очень известная дизайнерша. Турецкая. Да, она. Турецкая. Энамбал ее зовут. Угу. Поэтому, друзья, если вы хотите какие-то дизайнерские вещи, помимо того, что в этом магазине есть повседневная одежда, да, начиная от 90 лир, и супер дизайнерские вещи, которые, естественно, стоят как дизайнерские, да, вещи. Да, потому что здесь плюс еще используется итальянская ткань. Угу. И иногда некоторые модели, это в основном вечерние платья или блузки, это идет ткань на заказ. Дизайнеры угу. сами создают. Пока мы говорим про вечерние платья, давай угу. покажем то, что ты мне показывала. Вот это вот одно, точнее не одно, а самое. Самое дорогое наше платье в магазине. Ага. Оно стоит у нас... Сколько ты говорила? 8 тысяч. 8 тысяч лир. И весит оно килограмма 3 точно. 3, да. Да. Но вот такие вот вещи, конечно, здесь вышивка, здесь стразы всякие, да, разные. Да. Вот такие вот интересные вещи. В этом году опять у нас популярен анималистический принт. Да, есть, да, зебра, есть леопард, есть разные-разные вещи. Друзья, когда я показываю вам какой-либо магазин, я показываю вам буквально там, что мы показали, 10% того, что есть. Да. Да? И если вы хотите увидеть всю коллекцию, что-то подобрать себе, пощупать, померить, потому что, например, на вешалке вещь смотрится вот так, а когда вы ее наденете с каким-то интересным низом, может быть, подвяжете пояском, на каждом человеке, на каждой женщине будет смотреться совершенно по-другому. Что есть вещи в этом магазине разных стилей под праздники, например, под новогодние праздники Гизея также выпускает коллекции. То осталось, например, с прошлого года. Здесь разные размеры. Ну, да, разные размеры. И сейчас это все на скидках. На скидках. Также 70%. 70%, поэтому готовьтесь к лету, к зиме, к праздникам заранее. Да. И самое главное, что мы хотим вам показать, это вещи больших размеров, потому что помимо классики многие из вас спрашивали вещи больших размеров. Это платье в стиле бохо. Mm-hmm. Это лен 100%. Также здесь идет вот такая ткань яркая, mm-hmm, с цветочками. Очень красивая такая, легкая, летняя. Да, легкая. Uh-huh. Летняя модель. Ну и, конечно же, здесь представлены разные рубашки, тоже такие летние, да, больших размеров. Можно, да, использовать как и платье. Да, как платье, брюки. Плиссе. Те же самые, да, плиссированные юбочки. Вот, пожалуйста. То есть, кто хочет что-то яркое, да, кто хочет более такое спокойное, классическое. Органза. Да, по типу. Оверсайз. Слушай, это даже... Это как и рубашка, как и накидка. Ну, ага, идет это все вместе с футболкой. С футболочкой. Да, с пояском. Классические брюки. Да. Рубашки. Вот такое кофта, как пальто. Посмотрите, какая шикарная вещь. У нас уже вещь. Сразу готовы эти. Да, посмотрите, брюки. Что у нас здесь? У нас здесь накидка и вот такая футболка. И, друзья, стоит 353 лиры. Три вещи в одной, которые потом можно комбинировать с разными какими-то другими, да, другими вещами. Поэтому, как вы видите, здесь разные цены. Например, если это стоит 353 лиры, три вещи, угу, да? Вот здесь этот также пиджак, троечка идет. Вот этот костюм, тоже троечка, брюки, да, пиджак и блузка 317 лир. Есть. К нему брючки. Брючки.
И цена уже идет за костюм. Да, цена за костюм 593 лиры. То есть, как вы видите, цены здесь совершенно разные, да? Да. Мы видели от 300 лир костюм. Костюм, да. Можно. И здесь тоже разные модели. Также все идет комплектом, все вместе. Пиджак и брюки уже... Вместе пиджак. Да, все вместе. Брюки. Ага. 459 лир тоже. Костюм. Брюки и пиджак. И это у нас большие размеры. Да, это уже идут большие размеры. Вещи совершенно разные. Есть с такой интересной клеткой, есть совершенно простые, одноцветные, классика. Белые. Да. Да. Кто хочет что-то супер интересное, пожалуйста. Можно украсить какой-то дождливый день, да, да, надеть такую накидку. Чтобы это... настроение себе, да, поднять. И очень мне понравился вот этот пиджак. Это также идет костюм. Костюм? Да. Блузка, пиджак. Ребята, и юбка. Посмотрите, какая красота. Так, сколько он у нас стоит? Давайте посмотрим. 3 в 1. Да. И стоит он у нас 360 лир. Шикарный пиджак. Плиссированная юбка, которая, ну, она всегда будет всегда в моде и в офис, и на каждый день. На каждый день, и на какое-то торжественное событие. Это просто находка, друзья, это просто находка, поэтому, как вы видите, костюмы, три вещи стоят 360 лир, это просто шикарно. Это уже вечернее платье. Так, вечернее платье 221 лира. Ну разве может это платье выйти из моды? Нет. Нет, пожалуйста. Можно его и на праздник, и в офис, и как хотите. Помимо того, что есть повседневные вещи классических больших размеров, есть и вечерние, да? Да. Вот, например, 2 варианта, одна модель разных цветов. Здесь уже идет вышивка Сваровски, камушки и шелк. И есть вечерние платья, да? Да. Вот это вот очень интересно, с таким вырезом. Также используется Сваровски, вышивка. А сзади оно? Сзади идет. Ага, вот такой вот красивый. Очень красивые рукава такие здесь, да, открыты. Нежные. И цвет, ага, очень нежный. И вот это вот у нас тоже интересное такое платье. Прям как будто бы юбка с пиджачком, да? Да, но... с накидочкой сверху. Да, с накидочкой. Но это цельное платье. Здесь много разных цветов. Вы можете выбрать что-то такое спокойное, черное или... яркое, вот такое вот красное. Или вот, например, брючки тоже, да? Классика, да. Да, классические. Можно подобрать блузку. Вот такую блузку. Вот так. А, ну да, смотри. Смотрелось бы здорово, да. Да. То есть совершенно, совершенно разные модели, какие хотите, на все вкусы, на любой, совершенно на любой бюджет. Да. На любые случаи жизни, мне кажется, просто идеальный вариант для того, чтобы прийти и купить. Ну, я, например, очень рада, что я открыла этот магазин для себя. И, Алина, спасибо тебе большое, что ты так профессионально и классно все рассказала, показала. Друзья, если вы хотите купить, носить действительно качественные вещи по хорошим ценам, хорошего кроя, которые не потеряют форму. Которые не потеряют цвет, приходите в магазин Гизия, здесь вы найдете, ну, как мы уже сказали, на любой, да, вкус, абсолютно на любой вкус, и обращайтесь к Алине, она всегда здесь, она вам подскажет, расскажет. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно смотрите в описании к этому видео, будут все контакты этого магазина. Вы также можете писать нам на WhatsApp.
и интересоваться моделями, ценами. В общем, пишите комментарии и приходите в этот магазин. Я вам гарантирую, что вы не будете разочарованы. Ну а вы прекрасно знаете, что плохого я вам никогда не посоветую и всегда советую только то, что мне нравится самой, только то, что я ношу сама, и только те марки, самое главное, турецкие марки, качеству, крою, я не знаю, ценам которых я сама доверяю, которые сама предпочитаю. Да, друзья, добро пожаловать в Аланию, в Турцию, в магазин Гизе. Приходите, меряйте, покупайте классные, качественные вещи и, конечно же, будьте здоровы. Всем всего хорошего. Пока-пока.